Рома, сторис. Рома, только так можно Рому курсу достать на площадку. Рома, смотри, сторис. Рыжий, желтый. Перегруз, да? Сочетание. Нет, я пищу. От восторга. Не идет. Рома, ну что ты молчишь, а? Молчун-то. Молчание, молоко, бла-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 бла. Он не ел сегодня наш суп. Да. Пойдет так? Утинный, лягушачий. Олежка, ты успел замерзнуть? Я, конечно, я вообще просто... Замерз. Я хоть голый выходи на улицу, все, мне сказал... Рома разрешил мне сегодня дублировать его. Рома, это вот этот, который... Ну, который вот народный артист вот этот. Да. Я сегодня и Елизавету, и Романа буду дублировать. Два в одном. Представляешь, какое счастье. А куда они все счастье пошли? Вот этих народных артистов. Вы видели, они пошли на улицу, наверное, снимать пошли. Да. А мы здесь сидим просто... Блядь, какой бред вы говорите. Ваши подписчики сейчас будут удаляться с вашего инстаграма. А я тебе отрезаю голос, смотри, Ром. Вот, после этого видео. За 33, Ром. Спасибо. Ой, как у меня... Ром, пойдем сниматься, ну хватит тут сидеть, как бомж тут. Лицо видно там? Там видно, Ром. Что? Пойдем. Не знаю. Лицо видно? Видно лицо, но Бадю лицо не подходит. Почему? Смотрите, однако. Не надо лицо, у нас задница одинаковая. А там, слышишь, там зовут Рома, все, Рома. Там задницу мою снимают, Рома, задница Рома. У нас... У тебя из пуза выпал провод. Ничего, сейчас кишки обратно. Это старость. Ты знаешь, жизнь как арбуз. А я тебе скажу печальную новость, ты робот, ты не человек. Вот это ненормально. Чем ты спалил? Это ненормально. Ну, понимаешь? Как бы твоя жена знает, что ты с проводом выходишь вместо пупка. Сейчас снимаю, все передам. Сейчас Михалкову все, как чего. Что-то я подзаебался. Хорошо. И от памятника. И от, да, разворачивайся. И от памятника тоже. Ну что, да, Готовченко на детскую площадку. Да, значит, кадр попадет. Со спины какая-то интересная.